Проклятие. И что теперь? Господи. Ну? Куда она делась, а? А, кошка? Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Ага. Она пошла в участок, чтобы выкрасть какое-то досье. Ха. Конечно, никто не заметит. Ты знал, что ее мать работала на полицию? Ха. Ладно. Можешь не отвечать. Пора возвращаться в участок. Я бы сразу же обвинила своего босса в колдовстве. Здесь так тихо. Такой сонный городок. Интересно, татуировки это больно? Коп был весь как китайская ваза. Я шарахаюсь буквально от каждой тени. Даже не верится, что сегодня убили копа. Все из-за меня. Да я уговорил его стать клоном. По моей вине он теперь лежит мертвый на улице. Называлась та игра «Девица грабит гробницы».
Может, у нового начальника полиции все получится. Туда я не пойду. Туда я не пойду.
А когда шли эти процессы? В 19 веке?